несовершенный остеогенез. Таких детей еще называют хрустальными. Именно этот диагноз врачи поставили Леве Малахову. Переломы ног у малыша начались еще в младенчестве, но врачи долго не могли понять причину. В 2 года мальчику поставили диагноз «несовершенный остеогенез». Сказали, что костям не хватает коллагена, поэтому они такие хрупкие. Леве стали вводить препарат памидронат – лекарство для укрепления костной ткани. Переломов стало меньше, но они все же случались, срастались неправильно. Врачи приняли решение укрепить бедренные кости стержнями. В прошлом году мальчик упал, и в левом бедре стержень согнулся. Пришлось сделать долгую и болезненную операцию и менять его на телескопический штифт. Он быстро восстановился, врачи очень были довольны его быстрой реабилитацией. То есть Лёва, несмотря на то, что все-таки больно, и мышечная боль, и все, он быстро встал на ноги, потому что ему очень хочется бегать, парень активный. Вот сейчас практически полноценно уже и ходит, но еще есть какие-то трудности с поднятием на по лестницам, еще что-то такое, но уже прям молодец большой. Сейчас аналогичную операцию предстоит сделать и на другой ноге. Как и в прошлый раз, ехать придется в Москву. У нас таких операций не проводят. Мальчик регулярно получает медикаментозное лечение бисфосфонатами, благодаря чему он самостоятельно ходит и практически не имеет ограничений в повседневной жизни. В 2018 году Леве был установлен штифт в бедро, но с тех пор Лева достаточно сильно вырос, и ему требуется замена телескопа на большую длину и больший диаметр. Лева ходит в музыкальную школу, по росту почти догнал сверстников и надеется, что после операции сможет найти еще больше друзей, ведь мальчик очень активный и дружелюбный. Я закончил 2 класс, и в 3 классе я надеюсь, что уже буду в самом классе. Не потому, что мне друзей не хватает, хотя да, хочется новеньких, но просто хочется с кем-то позаниматься. По сути, есть лишь одно препятствие для того, чтобы Лёва стал жить практически полноценной жизнью ребенка своего возраста. Нехватка денег у его родителей. Операция стоит более 1 700 000 рублей. И таких денег у его мамы с папой нет. Если вы можете помочь Лёве, то отправьте смс на короткий номер 5542 со словом «дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Другие способы пожертвований можно найти на сайте Русфонда.